привет, мужик, на связи Шамшурин. Расскажите такую такое интересное, наблюдение, интересную историю. Вот. Я постоянно в силу своей работы нахожусь в центре Москвы и в частности там часто бываю на Манежке, на Манежной площади. Ну, кто живет в Москве, те знают, о чем я говорю. Вот. И Манежка это такая пикаперская мекка, где на самом деле очень много пикаперов сосредоточено. То есть они туда приезжают, там, видимо, как-то медом намазаны или что-то. То есть там они знакомятся с девушками, там они подходят, там они выходят в поля и практикуются, тренируются. То есть, и э, такой прикол что я вот, ну, я туда хожу работать, то есть, я там пинаю людей, пинаю своих учеников, а там, ну, часто бывает. И я постоянно вижу там парней, пикаперов, одних и тех же все время. Причем, их там очень много, да, но. Многие из них такие колоритные личности заметные. То есть, суть в том, что они там каждый день. Реально, практически постоянно, когда я бываю там, я вижу там их. Причем они даже иногда приходят в одной и той же одежде, даже. Потому что, видимо, им просто нечего одеть. И самый главный интерес у них в жизни это женщины, девушки. То есть они туда ходят, как на работу. И по ним видно то есть, у них такой посыл, что им. Нужно что-то забрать от женщин. А, то есть я считаю, они делают неправильно. Почему? Сейчас тебе объясню, в принципе, да. Потому что вот э, многие из них, они как бы подходят, узнают, говорят, ой, привет, Вов, там, как дела? Мы что-то начинаем общаться, многие из них даже не работают. Или занимаются какой-то херней, приходят туда реально каждый день пикапить, пикапить, пикапить. У них вот а, цель такая, то есть... Я это вижу так, что они подходят к женщинам для того, чтобы что-то у них забрать. Что-то от них получить. Телефон там, секс, общение, эмоции. В первую очередь поддержку собственной самооценки, подбадривание своего эго, что я такой офигенный. Я кого-то соблазнил. А, да, круто, я мужик. То есть они подходят за этим. То есть они подходят забрать, получить. От нехватки чего-то от недостатка чего-то в себе. И это очень неправильная модель, потому что девушки на самом деле это чувствуют. Когда ты подходишь, и для тебя важно, ой, даст она телефон, не даст она телефон, там, поведется она, не поведет. Они это реально ощущают. Из этого ничего хорошего не выходит. Потому что, видимо, в жизни этих парней, кроме а, того, чтобы трахнуть какую-то девушку красивую или там не очень красивую, в их жизни нет никаких больше радостей, там, эмоций и подтверждения собственной самооценки. Они помешались только на этом. Они считают, что именно через вот это я могу выйти на, на какую-то там высокую самооценку. Это ошибка. Подходить нужно к девушке как бы с таким вот посылом, что мне ничего от тебя не надо. Вот в идеале это должно выглядеть так. Вы подошли, пообщались поболтали, то есть вы стоите, вы пытаетесь получить кайф от процесса общения, да, то есть и вы в этот момент пытаетесь оценить девушку. То есть те парни, те пикаперы, они подходят, и у них в голове следующее. Хоть бы я ей понравился, что мне сделать, чтобы ей понравиться? Ой, я так хочу ей понравиться. То есть вектор направлен в сторону того, чтобы я понравился этой девушке. А когда вы подходите, переворачиваете этот вектор и думаете о том, что же в ней такого есть, чтобы мне понравиться? Нравится ли она мне, хорошо ли мне с ней сейчас стоять разговаривать, там хороший ли у нее запах от ее тела, там от ее волос. И вы как бы подходите не забрать что-то, вы подходите отдать, вы подходите пообщаться, пожелать ей добра, чего-то хорошего, там повеселить ее и так далее. А, ну и самому, естественно, в процессе тоже получить кайф, повеселиться, по, поржать, получить какие-то эмоции. И как бы в конце уже вы такие-то, а, слушай, дай-ка я тебе позвоню как-нибудь на днях, потому что, думаю, нам с тобой будет очень круто пообщаться. Вот так вот это работает. То есть, когда вы ничего не хотите забрать, когда вы подходите исключительно, чтобы отдать какие-то эмоции. Девушка это тоже очень хорошо чувствует. Что касается тех парней, они реально э, подходят только что-то получить, восполнить, свою самооценку. У меня долгое время в жизни был такой э, период, когда я я был бедным, и для меня как бы девушки были единственным, самым доступным для меня удовольствием. Я сидел, допустим, на берегу Волги, смотрел, как мужик гоняет на гидроцикле. Я думал, вот круто, мне бы сейчас этот гидроцикл, то есть я бы на нем просто целый день гонял. Но для меня это удовольствие было недоступным. Но зато я мог подойти к любой девушке, понравившейся мне, красивой, некрасивой, любой. И заняться с ней сексом, соблазнить ее, там, заинтересовать ее собой и так далее. То есть вот это было для меня удовольствие и доступно. Для него, в свою очередь, это было реально проблемой. И, ну, я уверен, что для этого мужика, несмотря на наличие гидроцикла, это была проблема. Вот. И я, да, я кажусь, что я как бы. У меня была плохая самооценка, я чувствовал себя полным мудаком, потому что я не мог заработать денег и так далее. И я как бы восполнял за счет женщин э, вот эту свою самооценку. Я думал, что вот. Как бы занявшись сексом с очередной девушкой красивой, я чувствую себя круто, да, потому что я все-таки мужик, мне все-таки дают женщины и так далее. Потому что в принципе многие мужчины зарабатывают деньги, добиваются успеха ради того, чтобы нравиться женщинам. Это так, ребят. Вот. Да, я кажу, что у меня такое было, но как бы ситуация такая, что ну, без денег не проживешь и от этого никуда не денешься. И когда ты становишься все старше и старше, ближе к тридцатику, сейчас мне уже тридцатик, ты понимаешь, что как бы ты ни соблазнял женщин, это все равно не потешит твою самооценку, твое самолюбие, это не заставит тебя самого себя любить, то есть самого себя уважать. Ты понимаешь, что все равно в жизни должны быть какие-то свершения, какие-то э, моменты, э, то есть ты должен добиваться успеха, ты должен зарабатывать деньги. Ты должен чего-то в этой жизни сам себе доказать, что-то из себя представлять, то есть чего-то добиться, к каким-то путям, целям, вершинам прийти. Поэтому, ребята, я вам сейчас искренне советую, как бы не делайте из э, пикапа какой-то культ, что вот, вот я должен перетрахать э, все, что движется. Не ходите туда, как на работу каждый день. Лучше в это время подумайте о том, что выделите, да, несколько там дней в неделю на поле, ну, 2-3 дня. Или часов каких-то сколько-то, да, но не надо из этого делать прям образ жизни, потому что э, вы в это время лучше займитесь чем-нибудь полезным. Вы подумайте о том, что я могу сделать, чтобы стать круче, чтобы стать лучше, чтобы стать сильнее, красивее, богаче, успешнее, умнее, целеустремленнее, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Когда вы становитесь лучше, когда вы прокачиваете все качества мужчины с вершины социальной пирамиды, я об этом уже говорил ранее, вы реально сами по себе становитесь более интересной и привлекательной для женщин, даже не обладая техниками пикап. Поэтому лучше направьте себя, свою энергию, свое время, свои силы на собственное развитие. А для женщин уделите определенное время, но не надо доводить до фанатизма. Собственно, это все, что я хотел сказать в эфире мужской канал Владимир Шамшурин. Увидимся пока.